Всем привет! Сегодня потренируем с вами игру слета и реакцию. Такое упражнение нужно делать в динамике, не забывая про разножку. Выбрасывать мяч нужно сразу же, как только поймали, меняя направление, чтобы играющий реагировал на разный полет мяча. Тут тренируется как спортсмен с ракеткой, так и тот, кто ловит мяч. Еще один плюс такого упражнения, что вы можете его выполнять где угодно. Всем спасибо за просмотр. Продолжаем заниматься и не забываем про лайки и комментарии. А я с вами не прощаюсь. Увидимся в интернете.